воскресенье нахожусь в Таргете, такой магазин, в котором можно купить ВСЕ. Одежда. Какая угодно одежда. Короче, всякие там костюмчики, белье, платье, спорт, детское все. Электроника для, не знаю, там, для посадки, для бэк-ярда, для сада. Что там еще? Детские игрушки, еда. Вон эти куртки. Вот такой кусок стоит. $30. Телевизор, механик, что угодно здесь можно купить. Тут можно примерить все. Вон видите, сумочки. Шляпы, косметика. Вот так. Я одно время любила Таргет, просто тут постоянно, тут для дома всякие штучки, для, не знаю, можно любое купить, для офиса, все, что нужно, ты приезжаешь сюда и... Детские пальтишки. Я вот когда росла, у нас такого не было в Советском Союзе, а в Америке бы так было всегда. Представляете, какое изобилие? Какое изобилие? Вон трусики, посмотрите, наши бабушки уже одевали в эти трусики, ну, то есть, когда они были... детьми, да, они носили вот такие трусы. А вы помните наши трусы? Помните эти бабушкины труселя? Вы мне говорите, что я не американка. Я счастливая американка. Шляпки какие-то. Вон, видите, такие симпатичные полнушки. Слышите музыку? Я люблю американскую музыку.